Зеленский поступил очень подло, обманув всех. Сеет ненависть к белорусскому народу, который всегда помогал Украине. Всегда. Американцы работают с сетевыми структурами, с лидерами мнений. Вне интересов украинского народа они решают вопрос с зерном. Просто безумное истребление украинских военнослужащих режимом Зеленского. Нет никакой свободы слова, как и нет рыночной экономики. Мы в этом убедились, когда дело доходит до крестового похода против России и Беларуси. Белорусы встали обратно в строй. Эмоциональная эта турбулентность ушла. Поэтому западным стейкхолдерам, заказчикам ловить нечего. Выстоять надо год максимум. Юрий, сложно сегодня представить разговор людей, даже на обывательском уровне, без темы Украины. Так или иначе, касается всех. И даже тех, кто думает, что их это не касается. Ну, а тем более нас, белорусов, мы с украинцами не просто соседи. Мы родственники, у нас много кровных родственников там, а у них здесь. Естественно, тема нас очень волнует и беспокоит. Ваше видение, как развивается ситуация, потому что оценок очень много, разных, из разных источников, и потеряться в этом потоке достаточно, в общем-то, легко. Вы абсолютно правы. Белорусы, они как никто не другой, ощущают в себе вот эту боль, да? Когда ты разумом вроде бы с Россией, а сердцем вроде бы тебе очень больно и колет, когда ты видишь результат политики украинского руководства в виде десятков тысяч, как мы уже знаем, убитых граждан. И еще больнее колет, когда ты понимаешь, что ведь и белорусская сторона предупреждала, к чему это все приведет. Более того, белорусская сторона и высшее политическое руководство, президент Беларуси, делали все, чтобы наши три страны, как и извечно, жили в мире, согласии. Вы помните, президент Беларуси посетил форум регионов Украины? Естественно. И тогда мы все связывали очень большие надежды, потому что его встречали руководители, политическая элита очень хорошо у президента. Ну, это было как раз то время, когда еще и на Зеленского все еще возлагали большие надежды как на молодого президента. Помните, как они бодро и весело шутили друг с другом? Это Юрий. И все говорили, вот классно, какие хорошие отношения между лидерами, все будет здорово у нас. Это тема Зеленского, это дополнительная тема, да, но вкратце, если о ней говорить, то Зеленский поступил очень подло, обманув всех тех, более 70%, которые за него проголосовали. Он выступал за мир под антивоенными лозунгами, под лозунгами борьбы с олигархической клановой системой, которая сложилась в Украине, под лозунгами равноправия двух языков, украинского и русского. И получается, что он нарушил абсолютно все обещания. Вообще в Украине с президентами, с руководителями не везет. Не везет. Не везет. Вот вы меня с языка сняли. Не везет абсолютно. Просто вот все время с момента развала Советского Союза. И обратите внимание, что каждый последующий хуже предыдущего. Эта тенденция пошла со времен Кравчука. Царствие небесное. Кравчук говорили, перекрасившийся портократ хуже не будет. Приходит Кучма, который, кстати, и несмотря на свою якобы пророссийскость, изложил основы вот этого ментального развода украинского и русского народа. Потом приходит Ющенко. Все перекрестились, хуже Ющенко уже не может быть. Потом приходит Янукович. Это отдельная история со всеми его уголовными статьями и опять-таки с лжепророссийскостью. То есть фактически он просто паразитировал на этих святых чувствах, потихоньку двигаясь, пятясь в сторону
США, Британии, Европы. К чему это привело, мы знаем. Потом приходит Порошенко, и опять все крестятся. Но хуже не может быть Порошенко. Ну, не бывает. Приходит Зеленский, и что мы вспоминаем? Даже белорусское посольство признает, что с Порошенко можно было решать вопросы. Он был договороспособный. И, как говорят в Украине, маємо, що маємо, политика Зеленского привела к катастрофе просто колоссального масштаба. И вспоминаю все время слова президента, который буквально за уши тянул и за руки, и за все другие части тела Зеленского на встречу с Путиным неформальную, и на приезд в Беларусь, и на какое-то усиление взаимодействия, ведь у нас экспорт достиг практически 7 миллиардов, ну 6 миллиардов это точно долларов. И, конечно, взаимная торговля и взаимный бы обмен культурами пошел бы на благо всем народам, всем трем народам. Но случилось очень страшное, очень страшное. Зеленский довел Украину до катастрофы. Ввиду незнания политических каких-то раскладов в мире, ввиду того, что он оказался полностью управляемый, не хочется верить, что там задействована какая-то коррупционная составляющая, но тем не менее исследователи офшорных счетов говорят, что у Зеленского обнаружили порядка миллиарда долларов. Я не знаю, так это или нет, в это не хочется верить. Но его вот эта позиция, то есть с одной стороны унижение украинского народа в связи с тем, что он его обманул, будем называть вещи своими именами. Мы же не придумываем все лозунги, которые он выдвинул. Ничего не случилось. Ничего не произошло. Более того, наоборот все пошло. То есть, с одной стороны, он обманул украинский народ, а с другой стороны, он занял самую худшую из всех возможных позиций. И эта позиция, как сказал и ранее и президент Беларуси Александр Лукашенко, будет мясорубка. Если не остановитесь, будет кровавая бойня, кровавая баня. Мы это наблюдаем. Поэтому, конечно, у белорусов болит и сердце, и душа. И самое возмутительное вот в связи с последними событиями, что ненависть к нашему народу посеяли в Украине, и эта ненависть, она абсолютно безосновательна. То есть сейчас все телеканалы, они все постоянно повторяют и закладывают код ненависти к белорусам и россиянам. И он абсолютно возмутительный, он безосновательный, но он уже дает свои плоды. И все наши белорусы, у кого есть родственники на Украине, они уже сталкивались и с оскорблениями, и с претензиями. А на прошлой неделе моя супруга выезжала в Варшаву, и украинки, ну, она подверглась нападению украинок за белорусских номеров, которые подбежали, блокировали, начали оскорблять и называть убийцей. Ну, то есть абсолютно в головах у людей дичь. И вот это добавляет еще к той боли, которая у нас и так есть. То есть им целенаправленно сеет ненависть к белорусскому народу, который всегда помогал Украине, всегда. Я не хочу это перечислять, но наши думающие и зрители, и читатели прекрасно помнят и помощь во время посевной, и помощь с удобрениями. Электроэнергией. Помощь с электроэнергией, без всяких условий. Причем без всяких условий. Чистая, открытая, дружеская. И вот она благодарность. Мы, оказывается, убийцы и агрессоры. Ну, украинского народа точно не надо. Верхушка, элита правящая, то, что сейчас та, которая все еще правит, хотя я не знаю, сколько они еще продержатся там, потому как если уже господин Макрон говорит Зеленскому о необходимости переговоров с Россией. Но самое интересное, что в России уже говорят, а о чем разговаривать и с кем. На днях секретарь
Совета Безопасности России Дмитрий Анатольевич Медведев, комментируя возможность отдачи кредитов, да, и прочих задолженностей украинским государствам, он написал такой пассаж: а будет ли через 2 года территория Украина, под названием такое? Украина? Конечно, это самый печальный вариант, который может быть, но он тоже может быть, потому что у власти люди абсолютно циничные, неадекватные, подлые и управляемые. Ведь мы знаем с вами, что любая война заканчивается миром. И уже все аналитики, не пропагандисты, как называет украинская сторона, тех, кто мыслит по-другому, все аналитики говорят, придется садиться за стол переговоров с Россией. Ну, в любом случае. Так зачем садиться, положив 100, 200, 300 тысяч населения, убив, если можно сесть сейчас и остановить эту бойню? Мне кажется, момент упустили уже. Ну, опять же, не говорю, вот украинцы, нет, не украинцы, а те, кто сейчас у власти в Украине. Вот тот момент, когда, я очень хорошо помню, когда российская делегация приезжала в Беларусь и часами ждала, а когда же наши партнеры по переговорному процессу с украинской стороны, когда же они приедут? Удивительная вещь. Ребят, вы вроде как терпите поражение. Вы должны искать возможности переговоров, а они наоборот затягивали. Мы в итоге знаем, чем это закончилось все. Ничем. У меня такое впечатление, что киевская хунта давно приготовила самолет на запасном аэродроме. Давно вывела ресурсы, и это, кстати, подтверждает статистика вывода денежных средств из Украины за вот этот 2022 год. Там десятки миллиардов долларов. По-моему, 15 миллиардов последняя вот цифра была, сейчас наверняка больше. И мне кажется, что они просто умотают на этом самолете, а мы, белорусы, украинцы, русские, будут разбираться вот с этим всем наследием этого киевского преступного режима. Что касается переговоров, если мы уж вспомнили переговоры, то даже тут белорусская сторона сыграла ключевую роль. Президент Беларуси звонил президенту Российской Федерации, убедил направить делегацию, потому что к президенту Беларуси обратились представители украинской политической элиты. Но переговоры были сорваны. И это абсолютно точная информация. Каким образом они были сорваны? Во-первых, убийством Киреева, Дениса Киреева, члена переговорной делегации. И во-вторых, похищением депутата Шевченко. То есть вот этими двумя фактами переговоры были сорваны. Как говорят, по желанию американских, британских партнеров. Опять-таки, я не знаю, так ли это, но с существующим уровнем утечек в американском и британском медийном поле, я уверен, что это окажется так, и мы с вами в этом убедимся через 2-3-5 лет. Ну, что они сорвали эти переговоры. Люди, которые живут в Украине, которые не боятся, а многие тихонечко, не афишируя, говорят о прямом терроре по отношению к тем, кто хоть что-то против говорит. Я уже не говорю, думает. Недавно СБУ на днях буквально отчиталось о том, что более 500 коллаборационистов, как они сказали, сепаратистов, а в реальности просто инакомыслящих украинцев, задержаны и находятся в подвалах СБУ. Некоторые из них, и мы видели эти ужасные фото, я думаю, кто надо, он их найдет в интернете, потому что их даже нельзя показывать в эфире, они были убиты. Вы помните пост Олега Царева, да? То есть люди были просто изувечены, такое впечатление, что их даже не битой били, а переезжали какими-то грузовиками. Вот что происходит в Украине.
Но люди боятся сейчас высказывать свою точку зрения, в том числе, и мы должны об этом сказать справедливо, потому что они думают, что Россия снова уйдет. Только не уходите, говорят люди, да? И это объяснение, а почему вот не встречались с цветами, да? А почему российские войска, да? Почему продвигается тяжело операция, почему местное население очень аккуратно относится к тому, что происходит? Потому что Киевскую и Черниговскую область вошли, люди пророссийских взглядов встретили как освободителей, а потом российская сторона ушла. Это мы же не упрекаем ни в коем случае российскую сторону. Просто когда ты имеешь эффективную обратную связь и объективные факты, ты принимаешь более качественные управленческие решения. Поэтому об этом моменте мы должны открыто говорить. Так же, как и должны не снимать роль Российской Федерации, предыдущих представителей дипломатических, например, господина Зурабова. Мы должны четко и вслух, по крайней мере, я как эксперт имею на это право, назвать тех, кто помог тому, что вот эта киевская хунта, эти все кланы, они 30 лет стояли у власти под видом своей пророссийскости. Мы теперь-то знаем, что никакой ни Янукович, ни Медведчук, никакой не пророссийский. Ни Кучма, ни все-все-все, кого спонсировали и кто успешно разворовывал деньги на украинском направлении. И это тоже ошибка, которую надо изучать, чтобы не повторить, и брать пример американцев. В хорошем смысле, потому что американцы работают с сетевыми структурами, с лидерами мнений, да, с различными референтными группами. А российская внешняя политика, хоть мы ее уважаем, это наш стратегический брат, союзник и партнер, но российская внешняя политика, она имеет отношение всегда с элитами, часто закрывая глаза на их коррупционность. И вот в такие исторические времена элиты, с которыми имеют, потому что у них нет идеи никакой, кроме как разделить бюджет, да, они исчезают, они уезжают на самолетах, они кидают страну во власть радикалов. Поэтому надо тем странам, которые претендуют на особую роль, Беларусь в силу своего положения не может и размера, да, и населения, количества претендовать на такую значимую роль. Да? Мы можем претендовать, с моей точки зрения, на роль эффективного, например, посредника, да? Миролюбивого государства, брать все лучшее из российского, китайского опыта. Но страна, которая и страны называют себя супердержавой, должны брать американский опыт, работать с сетевыми структурами, с НГО, выцепливать этих лидеров мнения, потому что они сейчас не надо. Их формируют. Сама жизнь сейчас выталкивает на поверхность. Вы посмотрите, что происходит в Ютубе в том же. Появились люди, которых вчера вообще никто знать не знал и понятия не имел, что они в принципе есть. А сегодня у них за ними миллионы их подписчиков, соответственно, давайте говорить, последователей уже, да? Может быть, эти люди еще, которые вот их вытолкнула вот эта вот стихия, они еще, может, сами не понимают, что с этим делать. Но они уже есть. И ими рано или поздно кто-то захочет воспользоваться. Вопрос, кто? Ваши слова подтверждают то, что я сейчас сказал. Поэтому надо давать не миллиард Медведчуку условному, да, на продвижение российских интересов, а надо давать, помогать материально в плане оборудования, какую-то камеру, да, отдать 100 блогерам, пригласить их, условно говоря, в свою страну, показать достижения. Вот с кем надо работать. Люди, сетевые структуры, референтные группы, они сейчас формируют и медийный образ, и общественное мнение. И это была главная ошибка, и ее тоже надо признать, что Российская Федерация поставила не на тех, и в результате, опять повторю эту украинскую фразу, маємо, що маємо, на сегодняшний день
Мы не имеем в Украине никаких пророссийских хорошо организованных групп. Никаких. То есть нам придется все, и, потому что мы сейчас, мы это Россия, а Россия это мы, уж извините. И нам придется все выстраивать с нуля. Вы знаете, вот, на мой взгляд, то, что нет организованных групп пророссийских, это и хорошо, и плохо, и хорошо. Потому как для тех людей, которые действительно на протяжении долгого времени в них воспитывали ненависть к русским, в последнее время еще и к белорусам, чего вообще никогда не было. Вот просто никогда. Сейчас надо же думать, как мы будем жить дальше с таким южным соседом, на территории которого бродят организованные и неорганизованные бандформирования, которые могут спокойно просочиться через нашу границу с любым количеством вооружения, ну, через лес, через болото. Да. Сейчас, конечно, белорусская сторона предпринимает определенные меры. Наверняка происходит заминирование определенных территорий. Минобороны не говорит подробно, но мы все понимаем, что только тотальным минированием, наверное, можно защитить границу. Но это тоже может привести к трагедии, потому что пойдет сезон ягод. Украинцы, как и раньше, с разрешения белорусского президента будут посещать территорию. Да, вы помните, они собирали клюкву, да, там другие. И сейчас мы же не можем дать такое разрешение. И наверняка кто-то его нарушит, и будет тоже трагедия. Это один локальный момент, стратегический момент. Как закончить войну? И вот Зеленский и это киевский режим, они недооценивают роль Беларуси. Если Зеленскому не простят напрямую сейчас обращение к Путину, да, какое-то, и какие-то сепаратные переговоры, он спокойно может, и это его последний шанс обратиться к президенту Беларуси, чтобы он стал посредником. И это может как-то исправить ситуацию, потому что все равно мы же понимаем, исходя из сирийского опыта, из афганского опыта, мы же, и исходя из последних слов Байдена, который обменялся пикировкой с Зеленским насчет того, что Зеленский не слушал Байдена, который предупреждал его, что надо готовиться к специальной военной операции. И исходя из этого, мы понимаем, что судьба Украины плачевна, ее кинут. Мне кажется, на самом деле, вот, несмотря на то, что сейчас, в общем-то, начало лета, но очень показательно будет осень и зима. Потому что вот у нас сейчас как-то принято говорить, а вот посмотрите, в Европе продукты подорожали. Там коммуналка подорожала, бензин подорожал, все подорожало. Да, подорожало. Но там все-таки побогаче страны будут. И люди, в общем-то, тоже позажиточнее. Так если и то они стонут. И как-то мало кто говорит, а как будет, а как подорожало все в Украине? А как они будут зимовать, в конце концов? Вот простой вопрос. Об этом вообще как-то никто даже не задумывается. А вот чем они будут кормить своих детей, как они их будут обогревать? Это проблема... На этот вопрос, наверное, никто сейчас не ответит. Очень серьезно, и проблема вот этих неадекватных людей, которые сейчас... принимают управленческие решения, явно не по своей воле в Украине. Потому что они живут фактически одним днем. У них нет никакого ни прогнозирования, ни планирования. И, конечно, украинский народ сейчас должен задуматься и о своей государственности, и о том, как он будет жить дальше. И если он хочет вернуть и все свои ресурсы, и все свои украденные предприятия, фабрики, отрасли целые украденные, и если он хочет вернуть мир, то он, либо его лучшие представители, например, военные, я об этом говорил, главнокомандующие Российской Федерации, должны что-то предпринимать. И, конечно, я думаю, что мы можем стать с высокой долей вероятностью свидетелями таких событий. Киевская хунта, как до этого, решала за украинцев вопросы, связанные с миром или войной, вопросы, связанные с
расхищением ресурсов, да, продолжила политику предыдущих президентов, так сейчас вне интересов украинского народа они решают вопрос с зерном. И понятно, что часть этого зерна пойдет как оплата за поставленное вооружение. Поэтому ситуация там, конечно, не оптимистичная. Но самое, знаете, что самое, одно из самых циничных, и мне кажется, украинская армия, украинские офицеры должны что-то начинать делать, должны прислушаться и к словам экспертов, и к словам верховного главнокомандующего Российской Федерации. Своих жен пусть прислушаются. Своих жен. И все. И брать ответственность на себя. И вот одна из причин — это какое-то просто безумное истребление украинских военнослужащих режимом Зеленского. Люди, приехавшие, мои знакомые с Мариуполя, вот, приехали в белорусские санатории, воевали на стороне России. Говорят, мы просто в шоке. Вот просто в шоке. То есть понятно, что вот котел, он будет уничтожен сверху высокоточным оружием в течение 1-2-3 дня. Они, некоторые из них, учились вместе в советских училищах. Они говорят, ребят, уходите. Ну блин, положат же всех. Нет, у них приказ стоять. Стоять, чтобы погибнуть. Это же преступление против украинского народа. Никогда не хотел так думать, но вот и ваше рассуждение в том числе наталкивает на такую мысль, что действительно пассионарность вот, в украинских вооруженных силах реально уничтожается. Просто уничтожаются люди, которые сегодня могут сказать, да все, надоело. И вот этих людей просто становится меньше. Вот, да. Способных на это. Слова, что Зеленский планирует воевать до последнего украинца, они уже становятся реальностью. И каждый день они все ближе и ближе, да, к реализации того смысла, который заложен в этой фразе. Самое грустное и опасное, и грустное, уже давно не смешно это все, хотя поначалу где-то вызывало улыбки, там, насмешки, юмор, мемов много в интернете. Отношения, конечно, западных стран, которые все равно методично продолжают своему населению рассказывать о том, что россияне — это звери, которые просто с адской какой-то силой уничтожают украинский народ. Вот абсолютно недавний пример. Сюжет по одному из центральных немецких телеканалов. Вот последний случай, когда в Донецке на рынке погибло после обстрела ВСУ 3 человека и множество ранений. Видео из Донецка, рынок, да, разрушения, люди. И текст закадровый. После обстрела российской армии украинского города Донецка, я думаю, там все, кто в Донецке вот это видели, они там, я не знаю, что они там говорили в тот момент, потому что матерные запасы они израсходовали на годы вперед. Погибло столько-то человек, Украина терпит вот такие вот бедствия, ей все сложнее что-то противопоставить российской агрессии, вот гибнут люди, вот, пожалуйста, вот разрушение. Зеленский недоволен тем, что не дают Зеленского, который недоволен тем, что ему плохо помогают. И я вот представляю там какого-нибудь среднестатистического там Ганса или Клауса где-нибудь вообще, там, даже не в Берлине, ну где-нибудь там в маленьком городке, который смотрит эти новости и говорит, ох ты, елки-палки, а еще они до нас доедут. Это что ж у нас тут будет? Конечно, надо украинцам сейчас чуть ли не последнюю рубаху снять, пусть-ка там у них это все там закончится. Идет очевидная абсолютная информационная накачка. Ложь на лжи и ложью погоняет — это основной нарратив западных СМИ. Честно говоря, даже думающие люди в России, в Беларуси, ну, даже раньше скептически, да, к таким предположениям относились о том, что западная пропаганда врет почище пропаганды тоталитарных стран. Некоторых, да? Но это оказалось так. Как один сказал мой друг, он эмигрировал с Советского Союза там, в 89-м. Как преступность, она, понимаете, национальности не имеет. Да, он говорит,
Я не знал, что я, говорит, бежал от, говорит, как он говорит, совка, да, от Советского Союза, там, 80-х, чтобы оказаться в Советском Союзе, там, 30-х. То есть там жестко блокируется любое альтернативное мнение. Ты моментально выставляешься маргиналом, люмпинизируешься, ты лишаешься всех ресурсов. То есть постоянная вот эта ложь, с одной стороны, с другой стороны, дебилизация населения абсолютная, желание, значит, и пропагандировать неспособность мыслить, анализировать. Это все сейчас на Западе процветает. Самое интересное, знаете что, вот у нас уже в эфире было два интервью, ну так просто совпало, оба человека из Германии, это немцы, ну, граждане Германии, блогеры, которые пишут не то, что показывает центральная немецкая пресса, и они, естественно, это публикуют. У них безумное количество подписчиков, так, на секундочку, среди немецкой аудитории. Но я всегда, знаете, вот когда человек из другой страны, да, начинает что-то говорить, как у нас там плохо, в моей стране плохо, ну, есть всегда такая вот мысль, ну, наверное, тебя обидели там что-то чем-то, да, и вот ты сейчас тут так начинаешь. Но когда я почитал комментарии людей, которые живут в Бельгии, в Голландии, во Франции, в Германии, и вот под этими интервью, и люди пишут, подписываясь под каждым словом, и их это не один человек, это сотни, это тысячи. Да, мы живем в этом. Да, мы видим, как нас просто вот нас обманывают просто на каждом шагу. Мы это понимаем, но мы это понимаем. Но не все это понимают. Вот в чем беда. Вот, Юрий, последнее вот это решение президента отменить визы для литовцев и латышей, оно просто нанесло удар под дых литовской и латышской или латвийской пропаганде. Потому что люди простые, которые сюда поехали тут же покупать соль, гречку и заправляться, безусловно, да, и мы видим эти очереди на всех заправках, они же увидели другую страну. Не того монстра, Левиафана, которого им показывают каждый день на литовском и латвийском телевидении. Они увидели приятных, добрых людей, без всяких амбиций, без всяких претензий. Они увидели изобилие товаров, чистые улицы, постриженные газоны. И мне кажется, что вот этот метод информационной работы, наряду с приглашением блогеров сюда, да, или представители гражданского общества всех стран, он самый эффективный. Поэтому я считаю лично, что вот это решение можно распространить и на Польшу. Сейчас время нестандартных решений. И, пожалуйста, пусть простые люди приезжают, заправляются, покупают наши товары. Да? С одной стороны, мы и как-то пополним бюджеты региональные. С другой стороны, мы просто изнутри подорвем ту, опять это слово, пропаганду, да, тот негативный образ Беларуси, который формируется тамошними медийщиками и тамошним политикумом. И, безусловно, это приведет к тому, что на ближайших электоральных кампаниях их просто снесут. Ведь все знают, у кого друзья, знакомые в Польше, наверняка и у вас такие есть, что поляки сейчас в шоке. Топливо было 4 злотых, сейчас 8. И они не понимают, что происходит. Поэтому на ближайших электоральных... Они говорят, Путин вместе с Лукашенко. Да, да. Они просто снесут нынешнюю власть. Снесут. Вопрос, за кого они проголосуют. Надо помочь в том прозрении, которое сейчас испытывают литовцы и латыши. Чем больше людей приедет сюда, просто не обязательно там... Ну, они все равно заправятся. По плеху это я знаю, и они это знают. Ну и ради бога, пусть заправляются, он заправится, что-то купит еще, это все... А у нас полно топлива, у нас Нафтан, Мозырь прекрасное качество выдает. Самое главное, что пусть увидят нашу жизнь такой, какая она есть. Пусть и проблемы наши увидят, почему нет? Ну, мы не идеальное государство, у нас тоже хватает своего, но это наше.
И мы с этим сами будем разбираться, мы не будем просить господина Байдена решать. Вот такой пример, когда шел подготовка к конституционному референдуму, и я вместе с другими спикерами, например, с Щекиным Николаем Сергеевичем, объехал вот всю Беларусь, все области, 55 встреч провел. Я приводил людям такой пример. Ребят, в мире есть более 200 стран. 50 стран в мире живут лучше, чем мы, но 150 хуже, причем гораздо хуже. Поэтому вы должны это четко понять и радоваться, что у нас есть такой уровень, который максимально был выжат из имеющихся ресурсов, благодаря тому, что страну возглавляет талантливый топ-менеджер, по-современному говоря. Талантливый топ-менеджер. То есть менеджмент на высшем уровне. Поэтому и люди сразу, все же сравнивают, мы же хотим вот пенсию, как в Германии. Так а может ты хочешь пенсию, как в Сомали или как в Замбии? Ну, понимаете как, все хотят пенсию, как в Германии, но никто не хочет работать, как немцы. Это очевидно, да. Давайте откровенно говорить, да, это раз. Второй момент, злую шутку в этом плане сыграли в свое время открытые границы и возможность путешествовать. Это здорово, что люди наши поехали, стали смотреть мир, супер, классно. Но в 98-9% случаев люди видели вот эту вот картинку для туристов. Я всегда говорю, когда вы приезжаете в какую-то страну, вы приезжаете туда с деньгами. Вы живете в хорошем отеле, ну или в апартаментах, как вы там сами решите. Вы ходите по магазинам, вы кушаете в ресторанах. Конечно, это красивая, приятная жизнь. Ну, сколько там отпуск длится. Ну, естественно, человек привозит хорошее впечатление. Но ввиду того, как у нас нет моря, он еще и так море посмотрел, искупался, там все довольны, все хорошо. И ему кажется, я сам себя ловил на этой мысли, вот когда, помню, первые свои поездки за рубеж. Я себе говорил, вот, смотрел на итальянцев, например, и сам себе думал, они, наверное, не болеют. Вообще никогда. Никогда. Они все улыбаются, они все такие счастливые, они все такие, вот у них жизнь. Но это до того момента, когда я просто начал больше знакомиться там с людьми и просто разговаривать о жизни. Кто сколько зарабатывает, кто сколько платит ту же ипотеку. А вообще, каждый ли может позволить себе в принципе эту ипотеку? Еще тоже большой вопрос. Кто сколько платит за медицину, за коммуналку, за топливо, за это, за связь. И выясняется, что елки-палки. Как говорила профессор Новикова, мы просто сами не понимаем, насколько мы богаты, понимаете? Приведу в развитие вашей абсолютно правильной мысли пример. Один из оппозиционных деятелей, фамилию даже уже не помню, который ошивается сейчас вокруг вот окружения вот наших беглых оппозиционеров, он как-то поломал... Ну, он узнает, безусловно, себя, и зрители эту, наверняка, политически подкованные помнят историю. Он поломал ногу в Штатах, да? Не знакомо. Да. Вы помните этот счет? В районе 100 тысяч долларов ему выставили. Да. Один вызов скорой — 5 тысяч долларов. Поэтому, безусловно, туризм и миграция — это разные вещи. Я с собой вспоминаю смешной случай. В парке в Испании, в Бенальмадене, я поел в отеле каких-то макаронов, ну и траванулся. В парке мне стало плохо, я просто побелел и упал под пальму. Вот просто лежал под пальмой. И мимо проходят русские туристы. Как же здесь хорошо, как же здесь все счастливы, какие же здесь все красивые. Вон, говорит, даже мужчина лег в рабочем, среди рабочего дня, ему хорошо, он счастлив. Но я бы их послал, но у меня был опухший язык, и он не шевелился. Вот это такой, знаете, пример тоже коррелирует с вашими примерами, да? Что ты приезжаешь как турист.
И люди вот так вот массово поехали, увидели, ахнули, ах, как там здорово. А еще все это наложилось на исконное наше славянское, что там у них все хорошо, у нас, как всегда, все плохо, да? А почему? Ну, а потому что вот у нас плохо, а у них хорошо. А почему? Ну, потому что. Никто объяснить не может, но у нас плохо, априори. И плюс еще вот это все. И получается, что вот они с голыми руками там, ну, да, берут таким образом. Некоторые эксперты говорили, может быть, чуть-чуть резко, но заелись о некоторых наших гражданах. И действительно, такого количества и такого красивого автопарка, как в Минске, не в каждой столице увидишь европейской. И действительно, так работают, скажу аккуратно максимально, чтобы никого не обидеть, ну, скажем так, в Европе работают чуть-чуть интенсивнее. Да у нас некоторые люди, гораздо. Вот опять приведу вам пример, потому что, мне кажется, эти примеры, они бывали у многих, и с ними сталкивались многие наши сограждане. Вот один у меня друг, электрик, ищет работу, сидит дома. Ему там предлагают 1500 рублей, 1700. Я меньше, чем на штуку баксов, не пойду. Подожди, так ты полгода сидишь дома, ничего не делаешь. Нет, я себя ценю вот в 1000 долларов. Меньше я даже не пойду. Вот он даже меньше, чем за штуку, я, говорит, даже пятую точку не подниму. То есть, извините, но этот пример показывает о том, что, значит, ты можешь себе позволить сидеть дома, платить коммуналку, да, ходить по врачам и при этом не работать. Поэтому мы очень быстро перестали ценить то, что нам дали. И это привело к тому, что привело, значит, 2 года назад, каким чуть было не привело к развалу страны. И я все время удивлялся, когда видел, какие люди приходили в эту компанию. Они все были обеспечены. То есть у меня мотивация была совершенно другая, политическая. Политические амбиции, желание отскочить и перескочить с 5 ступенек или 5 пролетов. А люди, у которых все было бизнес, там, да, то есть 2 раза в год Италия, Испания, они приходили. Мы не можем так жить без свободы слова. Какая свобода слова? Нет никакой свободы слова, как и нет рыночной экономики. Мы в этом убедились, когда дело доходит до крестового похода против России и Беларуси. Все рыночные методы уходят. Поэтому, конечно, до сих пор это удивительно, и я рад, что сейчас белорусы начали ценить вот эти дороги, вот этих коммунальщиков, которые в 4 утра встают, все убирают, да? Ну, вот эти, знаете, МРТ-аппараты в каждом такой центре. Такой еще момент, что даже вот когда люди говорят, что, ну, часто такое бывает, мы же все здесь по одним улицам ходим, вот у нас там врачи, вот они, вот у нас такие врачи, вот, вот там в Израиле, вот там врачи, в Америке врачи, а у нас, ну... Вот туда, милиция, ну что это вообще? Ну, коммунальные службы. Какие у нас там коммунальные службы? Вот там у них. Я всегда говорю, ребят, вот когда вы так говорите, вы говорите о себе. Понимаете, все вот эти категории, они просто на виду, да, зачастую, потому что в форме выделяются, да, ну, соответственно, людское внимание в первую очередь к ним, да, ну и плюс они всегда и рядом. Да, если что-то. Поэтому к ним и повышенный спрос. Но вы поймите, говорю, вы когда их ругаете, вы начните себя ругать. Потому что они, вот эти все, вот эти категории людей, которые вы недовольны, они не с Марса прилетели. Мы ходили все вместе в одни детские сады, в одни школы. Мы дышали одним воздухом. Мы купались в одних речках и озерах. И что, они чем-то, вы хотите сказать, вот так вот раз и отличаются от вас самих? Нет. Они — это вы, а вы — это они. И поэтому, если вам там что-то не нравится, давайте вот как-то вот в себя смотреть и себя начинать менять. Если каждый так начнет делать, мы эту страну не узнаем через, не знаю, там, через год уже не узнаем. Юль, ну вы ж, я понимаю, думаю, что я... Наверное, фантазирую сейчас. Нет, вы говорите очень правильно. Но я фантазирую в плане того, что каждый начнет это делать. Конечно, не начнет. Ну, так человек устроен, психология его такова, что ему проще, как вашему другу электрику, сидеть и говорить, я меньше, чем за 1000 никуда не пойду. Ну, ему так удобнее.
комфортнее. Ему пока вот так комфортно, он так и будет сидеть. Плюс генетический код столетиями. Здесь у нас у славян все время критика начальства и превозношение западного. Кеннеди золотые слова когда-то сказал, когда, да? Ну, это знаменитая фраза, да. Но ее как-то не вспоминают. А повторите ее, да? Она очень красивая. Не спрашивай, что Америка сделала для тебя. Спроси себя, что ты сделал для Америки. Ну вот, ну спроси сначала себя, что ты сделал для своей страны, для своих соседей, не знаю, для своих родных хотя бы. Да ладно, уже там про всех. Вот для своих родственников, для своей семьи. Вот ты сделал там сегодня что-то лучше, что вот они стали жить. Заработал на рубль больше, я не знаю, там, я не знаю, провел больше времени с ребенком, с женой. Ну, ну что-то, что-то, что вот улучшило как-то вашу жизнь. Сделал? Если да, хорошо, ты молодец. А если, представьте, каждый так сделает. Еще в продолжение этой темы... Мы порвем планету. Однозначно. В продолжение этой темы еще очень важный момент. В среднем белорусы пишут в год порядка миллиона жалоб. Миллион жалоб в год. А как вы думаете, сколько благодарностей? Ну, наверное, 10 тысяч не будет. То есть это тоже специфика, от которой мы должны уходить. Если тебе что-то не нравится, ты не пиши жалобу, ты посоветуй, приди и поговори. Я вам приведу пример, что в правительстве же создан оперативный ситуационный штаб, который мастерски реагирует сейчас на вызовы времени. И ко мне обратились предприниматели, и в связи с тем, что блокируют все западные банки платежи, говорят, слушай, а можно как-то на завод деньги приносить вот наличными им в кассу? Да? Я тут же позвонил руководителю этого штаба. На следующий день рабочая группа подготовила постановление. Деньги можно приносить в завод в кассу, минуя вот эти западные банки. Так то же самое, если вот этот миллион жалоб переложить, трансформировать в миллион предложений, то мы дальше войдем в эти 50 стран, которые живут лучше, чем мы. Но не надо забывать, что 150 стран живут хуже. Помните об этом всегда. А еще, если вспомнить, это шутка, конечно, знаете, когда у одного белоруса спросили, а как по-белорусски назад? А он на полном серьезе отвечает, вы знаете, в белорусском языке нет слова назад. Ну как нет слова назад? Ну, а если надо сказать человеку, что ему надо идти назад, как вот вы? А у нас так, мы на 180 градусов разворачиваемся и наперед. Да? Вот если еще к этому приложить энергию этих миллионов жалоб, то у нас большое будущее. Вы упомянули 2020 год, действительно очень сложный для страны и для многих людей по итогу, потому как... Очень много судеб не просто изменились, очень много судеб поломано после этих событий. Это тоже горько. Я вот иногда задаю себе вопрос. Конечно, на фоне украинской повестки тема наших беглых, она как-то сникла. И они не проявляют как-то активности. Ну, я понимаю, что в Европе сейчас не до них. Ну, просто не до них. Если, помните, был период, когда этих лидеров как бы... лидеров встречали на очень высоком уровне в разных европейских государствах, в европейских структурах, причем там, по-моему, там сами участники этих европейских структур не очень понимали, кто это вообще. Так складывалось иногда впечатление. Но, ну, раз привели, ладно, давайте поаплодируем. Вот. Сейчас этой активности уже нет, но они продолжают очень многие, очень комфортно и бодренько там существовать. И я ведь понимаю, что они добавленную стоимость нигде не формируют. То есть они продолжают существовать на деньги европейских налогоплательщиков. А как долго они еще будут нужны в этом качестве? Вы знаете, судя по той информации, которая приходит из лагеря беглых, финансирование сократилось буквально на порядок. То есть в разы, во многие разы. И, конечно, на нескольких человек финансирование останется. Да? То есть, условно говоря, они будут существовать в режиме Ивонки Сурвилы. Да? И какой-то там мифической рады кружка
энтузиастов, да? Но на широкую поддержку вот этих антигосударственных сил уже рассчитывать им не стоит. Более того, насколько я знаю, некоторые из лидеров вот этой беглой оппозиции, да, это даже не оппозиция, а авантюристы, они влезли в большие долги. Насколько мне известно максимально точно, например, такой деятель, который раньше был послом Беларуси и министром культуры, он одолжил крупную сумму денег в Варшаве и не отдал людям. И эти люди подали соответствующее заявление в правоохранительные органы, поэтому ему пришлось сбежать в Вильнюс к другой деятельнице, которая там сидит. Это мы скоро, значит, я не буду глубоко в эти подробности входить, но мы скоро станем свидетелями этого скандала. Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что, конечно, для вот этих авантюристов кучки заводил, денег хватит. Ну, по несколько тысяч евро, там, может, по 10 тысяч им будут выделять. Ну, конечно, для поддержки всех НГО денег нет, потому что ни этих НГО нет, и поддержки нет. Белорусы встали обратно в строй. После вот периода эмоциональной перетрубации, опять-таки пример, сдаю вчера брюки в ремонт в торговом центре, и подходят продавцы, меня узнали, ну, человек 10 собралось, слушайте, говорит, ну и опять про Украину. Говорит, это ж какими мы дураками были, что поверили и голосовали за этого блогера. Они даже уже забыли, что голосовали за жену блогера, что блогер не был зарегистрирован. Это ж мы бы сейчас воевали бы с Россией. Или у нас бы гражданская война была. То есть белорусы встали обратно в строй. Эмоциональная эта турбулентность ушла. Поэтому западным стейкхолдерам, заказчикам ловить нечего. Я понимаю, да, что широкой поддержки действительно, да. Ну, ее уже нет, и рассчитывают, собственно... Юрий, фамилии уже не помнят. Фамилии уже не помнят этих людей. Уже, ну, значит, время лечит. Время лечит. Но ключевые фигуры, я уверен, они будут долго, не знаю сколько, но достаточно долгое время продолжать там существовать. Существовать безбедно, я уверен. Потому как в случае чего их нужно будет достать, поставить, например, на, ну не знаю, там, на трибуну где-нибудь в Брюсселе. Куклу. Да, ну вот, да, а эта кукла должна быть хорошо одета, как минимум, да? Грязную куклу как-то вот тут... Не гумельфо. Нет, ну, иногда надо, но не тот случай. И их будут продолжать содержать. Значит, коль это будет происходить, значит, есть какие-то центры силы, которые все еще строят какие-то планы по тому, чтобы каким-то образом взять реванш за 20-й год. Да пусть строят. Они же всегда существовали на протяжении всего времени существования нашего молодого независимого государства. Поэтому некоторые говорят, вот надо привести их, так сказать, в багажники сюда обратно и судить. Я считаю так. Тех, кто призывает к терактам, безусловно, можно идти по этому пути. Но тех, кто там паразитирует, я считаю, трогать не надо, потому что это лучший пример. Помните, у нас глава государства как-то говорил, любой президент мечтал бы о такой оппозиции. Ну, да. Это лучший пример. Вот эта женщина, которая сейчас ходит по салонам, покупает себе дорогущие шубы, при этом представляется президентом Беларуси или кем там, лидером оппозиции или там, народа. Это лучший пример и лучший раздражитель для простого белоруса. Белорусов аж колотит, когда они видят, что натворили эти деятели, поссорили семьи, друзей, соседей, убежали на содержание чужих хозяев, а нам вот с нашими людьми разбираться и мириться, и приводить все в порядок. Поэтому тех, кто не опасен для государства, не призывает никаким терактам, пусть они себя хоть императорами всей Беларуси называют, пусть с этим живут европейцы. Я боюсь, чтобы не случилось так, что, как говорится, в багажнике привезти. Чтобы их с той стороны в багажниках к нам не привезли.
И не выбросили на нашу территорию, сказали, забирайте. Все, мы отказываемся. Слишком много потребляют, особенно знаменитый министр культуры, который живет на очень широкую ногу. И потом, на две ноги. Что с этим делать? Я вот про что. Я думаю, сейчас, Юрий, это абсолютно не актуально. Сейчас важно сохранить мир. Мир в плане военном, да, не дать себя втянуть ни в какие вооруженные конфликты и выстоять этот период безумия европейцев, потому что оно закончится. Либо по итогу электоральных кампаний, либо они просто поймут, к чему толкают мир. Они толкают мир к голодомору. И когда они поймут, потому что все равно они прагматичные люди, они должны это понять. И мы слышим уже эти голоса, вы правильно сказали, и от Макрона, и от Байдена, и от генсека НАТО, мы уже слышим, да, от премьер-министра Италии. Нам надо выдержать этот период, а для этого мы все должны интенсивно работать на своем участке. И не плакать, и понимать, что доходы могут как увеличиться, так и уменьшиться на некоторое время, да. Но нам надо продержаться. И когда мы продержимся, то здоровые европейские силы и в Польше, и в Германии, они приедут к нам и будут мириться. Я в этом убежден. И мы, как всегда люди, славяне, прощающие все, мы с ними будем разговаривать. Мы же ни с кем не жгли мосты, и это чудесно. Мы готовы восстановить экономические отношения хоть сегодня вечером. Приезжайте. И мы вот такую позитивную линию, с моей точки зрения, держим и должны держать. Поверьте, выстоять надо год максимум. Все будет нормализовываться. Уже сюда приезжают блогеры какие-то, представители гражданского общества. Завтра будут приезжать депутаты, потому что они понимают, что Беларусь — это страна в центре Европы находящаяся, которая в течение 30 лет своей новой истории с 91 года, если брать, не создавала никакие проблемы соседям. Никому. У нас никакого нет ни одного конфликта. Ведь в мире это немного стран, даже если мы, Юрий, возьмем страны бывшего Советского Союза, везде есть какие-то споры ужасные. Допустим, вот Таджикистан с Киргизией, там стрельба идет. У нас ни с кем нет споров. Азербайджан то вообще. Это трагедия вообще на века. Наверное. Не дай бог, да, но даже, наверное. Даже в Европе французы с немцами до сих пор там косо друг на друга смотрят, да, в этих спорных областях. У нас со всеми соседями, с Латвией, Литвой, Польшей, Украиной, Россией, со всеми граница, значит, демаркирована, да, определена. С Украиной у нас вообще там сотни лет одна и та же граница, она по болотам идет, еще со времен Великого княжества Литовского, да. То есть никаких конфликтов, ни конфессиональных, ни расовых, ни этнических. Вообще нет никаких проблем. И когда они начнут думать действительно разумом, да, а не какими-то методичками или эмоциями, или желанием насолить России, они будут сюда приезжать и договариваться. Вот нам надо выдержать этот непростой период. Это сейчас самое главное, и об этом думают все белорусы, да, думают. А политикуме, я тем более о беглых авантюристах, которые предали своих сторонников, подставили и предали, никто уже не думает. Ведь они сделали все сами. И в случае с нашими авантюристами, и в случае с преступником, теперь это можно назвать его военным преступником, Зеленским, да, с моей точки зрения. Это очевидно, они не сами принимают решения. Потому что когда человек решение принимает сам, он такое не может принять. Это даже школьник не может принять решение во вред своему народу, своей стране и самому себе. Значит, эти решения принимают за них. И мы в этом убедимся и документально. Придет время. Спасибо вам большое за этот разговор. Пожелаем друг другу действительно стойкости. Нам надо выстоять, нам надо пережить это и попытаться извлечь из этого максимум полезного для себя. И мы выстоим, переживем и извлекем максимум полезного. У меня нет никаких сомнений. Будем все для этого делать. Спасибо. Спасибо.